Здорово, чуваки! Ну что, соскучились? Я, конечно же, тоже. Поэтому сегодня у нас на обзоре такая одна из самых бюджетных кальян-палок на российском рынке под названием Honey Sai. С вас лайки, комментарии, подписки и, конечно же, хорошее настроение. Кальянный блог по башке, меня зовут Дмитрий, и мы начинаем. Поехали! Па! В общем и целом, ребята, будут просто красивые подставки, будет инструкция по сборке этого кальяна, будут еще некоторые моменты и все прочее, поэтому кальян я уже полностью собрал, забил чашку, и сейчас я начну его с немножко, чуть-чуточку, попозже я начну его раскуривать. Но прежде, давайте поговорим о том, что же это за штуковина у нас такая. Кто смотрел мой обзор на также один из самых бюджетных кальянов на российском рынке, Don Smart. Вот здесь по подсказке переходи, смотри, если же ты все-таки не посмотрел. Но речь сегодня пойдет о кальяне Honey Sai. Производятся эти кальяны в Питере. И, блин, но есть у меня очень много замечаний к этому кальяну. Очень много придирок, но с другой стороны, если так посмотреть, этому кальяну можно многие вещи простить. Можно много чего просто закрыть на это глаза и пройти мимо. Но опять же, стоит ли его покупать за определенную сумму денег, за которой мы вернемся чуть-чуть попозже, или лучше подкопить немного деньжат и купить что-то другое. Открывая коробку, что нас встречает? Нас встречает верхняя часть шахты, погружная часть шахты, основание кальяна, коннектор под чашу и также мундштук. Тоже нас встречает под ложементом. То есть это шланг, это комплект уплотнителей под колбу, комплект уплотнителей под чашу, коннектор под шланг на двух орингах и также нас встречает 5 комплектных шариков продувки. Давайте, ребята, досмотрите этот видос до конца, потому что где-то тут, на протяжении всего ролика, вы узнаете условия розыгрыша, как получить кальян Honey Sai Stick. Поэтому не пропусти, и мы продолжаем дальше. Размеры самого кальяна. Высота шахты 52,5 см. Длина погружной трубки 17,3 см. Высота конуса под чашу 4 см. Диаметр блюдца 20 см, толщина 1,5 мм. Внутренний диаметр шахты 13 миллиметров. То есть, как вы поняли, ребята, это практически, да, вот практически классическая средняя тяга. В комплекте, то есть кальян не комплектуется никаким диффузором. Кому-то это может показаться печальным, кому-то может показаться, наоборот, кайфовым. Но вот эти гандончики вешать, которые продаются такие силиконовые, похожие на презервативы, диффузоры, ну, как по мне, это полнейший бред. Я думаю, что чашка наша полностью прогрета. Давайте я раскурю кальян, и мы сейчас дальше с вами о нем поговорим. В общем и целом, давайте разбирать подетально. Я расскажу, что мне понравилось, что мне не понравилось. Так как производитель заявляет о том, что кальян все высококачественно сделан, здесь я готов поспорить. Потому что резьбы кальяна, ну, не всегда идеально закручиваются, закусываются, попадают чуть-чуть не туда, в разные стороны. Ну, короче, мне особо не нравится, как это все закручивается, как это все реализовано. Качество самой нержавейки. В принципе, что тут такого? Кусок нержавейки, кусок полиацеталя, кальян как бы долговечный, ты хрен с ним что сделаешь, разве что, если там сломаешь ногой, переедешь танком, машиной и все прочее. То есть на самом деле это хорошая рабочая лошадь, но к качеству материалов я хочу придраться. Металл был изначально очень хорошо отполирован, даже виднелся собственный облик в этом кальяне, потому что детальки были очень красиво сделаны. Но факт в том, что сегодня я курю этот кальян всего лишь второй раз. И как бы детальки лежали в коробке при транспортировке, то есть у меня передвигался с полки на полки, и детальки немного поцарапались, но каждому, как говорится, свое. Дальше, ребята, что мне еще не нравится?
это вот эта реализация шариков, когда они открыты. Вот вы можете наблюдать на экране, как собирается кальян. То есть сначала вставляются шарики в основание, потом брендированная пластина накручивается на верхнюю шахту и вкручивается все. Это аккуратненько вкручивается в основание. Но момент в том, что мне уже пришлось докупить шарики для этого кальяна, потому что моя любимая дорогая супруга уже успела потерять эти шарики. И когда я взял этот кальян, чтобы покурить его во второй раз, я спросил, а где шарики от кальяна? На этот вопрос следовал ответ, какие шарики? Какие шарики в кальяне? Они там внутри, но там их не оказалось. Эти шарики очень и очень легко потерять. Так что, ребятки, если вы приобретаете данный кальян или выиграете его у меня в конкурсе, будьте аккуратны. Я, конечно, закину еще дополнительный комплект шариков, но, опять же, будьте аккуратны, и это мне особо не нравится. Как бы 5 шариков продувки. Ты должен думать, что продувка будет очень и очень красивая. Как вы поняли, продувка вверх. Капитан, очевидно, здесь. Продувка вверх. И, ну, это сделано не так красиво, как казалось бы. Но колба продувается моментально. Это из этого сразу из минуса вытекает как бы плюс. Шарики срабатывают, они постепенно по очереди выскакивают. Непонятно каким образом, почему они не выскакивают все, но они выскакивают как-то по очереди, и у вас получается такой такая музыкальная пауза. Что бы я ни говорил, что бы я там ни придирался, как бы я ни придирался к этому кальяну, но ему также можно простить все, потому что стоимость этого кальяна там от 2200 до 3000 рублей в зависимости от комплектации и в зависимости от продавца, у которого ты покупаешь этот кальян. В принципе, это просто кальян-палка, о котором нечего рассказать такого сверхъестественного, много рассказать об этом кальяне. Вот в чем дело. Нифига, у меня не софтачевский шланг попался. Все, опять же, зависит от продавца. У меня шланг не софтач, это силикон, дубовый такой силикон. В принципе, ну, тактильно, в принципе, неплохой. Но не самый лучший шланг, который мы видели. И опять же, ладно, хрен бы с ним, с этим шлангом, потому что кальян стоит 2500, грубо говоря. Мундштук. Что касается мундштука самого кальяна. Это обычный кусок нержавейки. На нем, как ни странно, сделана гравировка Honeyside, и это уже хорошо. Чуваки решили забрендировать полностью свой кальян. Что касается блюдца, это обновленная моделька блюдца. Она окрашена порошковой краской. Все, в принципе, с блюдцем в порядке, все хорошо. Гравировка, блюдце хорошее, ничего, его никуда не повело. Угли первый раз стояли на блюдце, потом я специально блюдце мыл сразу под холодной водой. Блюдце идеально ровное, такое, как должно быть. Никаких острых граней, все с этим в порядке. Коннектор под шланг на орингах. Сейчас ребята сделали 2 оринга, потому что раньше был один оринг, который держал этот шланг, и шланг вылетал при малейшем движении. То есть это все держалось ненадежно. Ребята услышали фидбэки там пользователей, фидбэки блогеров и как бы изменили этот момент. Но сам коннектор, он остался опять же таким неуклюжим, маленьким, пластиковым, тонким коннектором. То есть с этим ничего не поделать, ничего не изменилось, все как было, так и осталось. Что касается коннектора под чашку, все в принципе сделано нормально. Имеются определенные насечки, это для силиконовых чашек или чашки, которые одеваются, оринги одеваются потом сверху чашка. Этот пришел тот самый момент, когда нужно прослушать внимательно. Чуваки, чтобы выиграть кальян Honeyside Stick, нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видосу, написать один комментарий, любой, на ваш выбор, напишите комментарий, и вы участвуете в конкурсе. То есть правила просты: подписка, лайк, комментарий. Все, вы в конкурсе, и через 2 недели я подведу итоги розыгрыша.
Что из плюсов я могу отметить? Это материалы, это нержавейка, полиацеталь. Поэтому этот кальян можно только сломать, приложив кучу усилий. После, что мне нравится еще, это комплектация кальяна. Комплектация кальяна, безусловно. То есть там до 3000 рублей ты собираешь полный комплект кальяна. Соответственно, цена. Цена кальяна до 3000 рублей. Это вполне круто, вполне приемлемо. И этот кальян, как я говорил, можно использовать как для походных целей, также можно использовать для дачных каких-то движений. Плюс ко всему, ребятки, как если ты новичок и хочешь купить просто хороший кальян, новый там кальян до 3000 рублей, почему нет? Ханисайд, Дон, потом Хуливан, все это кальяны, которые бюджетные, плюс-минус там одинаковые, но как бы есть определенные модели, которые мне понравились примером больше. Ну и так вот, ребятки, могу ли я рекомендовать кальян Ханисайд к покупке? Ну, у меня тут мнение такое, 50-50, я и могу порекомендовать, и также с другой стороны этот кальян мне не особо нравится. То есть вот так смотришь себе, вообще ничего такого сверхъестественного, ничего интересного. Плюс там можно, в принципе, купить накладки на этот кальян. Продаются накладки разных цветов, там разные кастомизированные прикольные накладки. Можно его усовершенствовать, можно его улучшить. Там накладки плюс-минус стоят от 200 там, до 500 рублей, вроде, если я не ошибаюсь. Кто знает, в комментариях, пожалуйста, меня поправьте. Ну и, в принципе, кальян по моей оценке, по моей 10-бальной шкале получает оценку 6, потому что очень много косяков. Он такой максимально простой, максимально бюджетный кальян. Я не могу его объективно оценивать, ребята. Давайте будем честны друг перед другом, и я не могу его с точностью объективно оценивать. Поэтому это кальян просто самая обычная кальян-палка, которая подходит новичкам, подходит для каких-то очень сильно таких рабочих целей. То есть дача, природный отдых, там какой-то рыбалка, все остальное. Вот это, в принципе, да. По-другому я ничего выразить не могу, ничего сказать тоже не могу, что этот кальян прям сверхъестественный, крутой, беги, покупай. Каждый решает сам для себя. Поэтому спасибо, что досмотрели этот видос до конца. Я надеюсь, что вам было это видео полезное. Надеюсь, что вы кое-что уяснили. Напоминаю о том, что участвуйте в розыгрыше на кальян Ханисайд. Через 2 недели подводим итоги розыгрыша. Быть подписанным на мой канал, лайк, комментарий, там, подписка, все в этом плане. Это был кальянный блог по башке. Подпишись на канал, поставь лайк, колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Меня зовут Дмитрий, и до новых встреч!